Привет, друзья! Сегодня на моем канале стартует конкурс. Мы будем готовить бисквитный рулет, и я сделаю обзор на электрическую печку от фирмы BBK. А призом будет мини-печка тоже от фирмы BBK. Моя печка пришла вот в такой упаковке. Распаковываю я ее. И вот такая печка от фирмы BBK 5562 с вместительным объемом камеры на 55 литров. В печке имеются функции гриля, конвекции, жарка, запекание, регулировка температуры и таймер со звуковым сигналом. Печка имеет плавные регуляторы переключения. Также имеется кнопка работы прибора. Дверца открывается в два положения, она с двойным стеклом. Есть внутреннее освещение шкафа, что немаловажно. В комплект входит ручка-держатель для противня, подробное руководство пользователя, гарантия, решетка, вертел и противень. Противень довольно большой, 38 на 43 сантиметра. Ну и давайте приготовим бисквит. Нам понадобится 7 яиц, 180 граммов сахара, 200 граммов муки и ванилин по желанию. Соединяем яйца с сахаром в одной миске. Взбиваем миксером. Массу взбили, миксер нам больше не понадобится. Аккуратно вводим муку, складывающими движениями перемешиваем. Тесто готово, переливаем его в противень. Переливаю тесто, распределяю его по противню и отправляю в печку. Так как я пользовалась печкой впервые, я выставила температуру 200 градусов. Время приготовления полчаса, режим низ-вверх. Но бисквит был готов через 15 минут. Отправляем противень в печку, закрываем и ждем готовности. Готовность можно проверить легким нажатием на бисквит, он не должен липнуть к рукам. Достаем противень из печки. Я перекладываю бисквит на полотенце, снимаю бумагу и сразу горячим промазываю его джемом. Начинка может быть любой, на ваше усмотрение. Промазала, заворачиваю. Края полотенца подогнула и даю остыть рулету. Рулет остыл, можно его теперь нарезать. Рулет получается мягкий, воздушный и очень вкусный. Попробуйте приготовить и вы. Ну и теперь хочу сказать два слова по работе с печкой. Печка мне очень понравилась. Поставленная перед ней задача была выполнена на все 100%. Ссылочку на данную печку я оставлю под видео. Ну и теперь про конкурс. Условия конкурса таковы. Сделать репост данного видео в соцсетях, под видео дать ссылку на репост, быть подписчиком моего канала. Откройте, пожалуйста, заранее в настройках у себя подписки. Быть подписанным на группу фирмы BBK ВКонтакте. Итоги конкурса будут подведены через 2 недели. Все подробные условия конкурса, все ссылочки я напишу под видео. Удачи всем в конкурсе!